Всем привет, я Дмитрий Мурзин, а это моя прекрасная помощница Алена. Сегодня мы продолжим наши тренировки на круглой радости, это на футболе, значит. Я скажу два слова о нем. Вначале несколько лет я не мог понять, что это такое и с чем его едят, а потом понял, что это на самом деле лучший фитнес-аксессуар человечества. Причем это не прикол. Дело в том, что футбол одновременно безопасен, на нем, когда человек сидит, он чувствует себя очень комфортно, и его позвоночник просто отдыхает. Не напрягается вообще. Единственная возможность почувствовать себя комфортно сидя или лежа, как угодно, это сесть на футбол или лечь на него. Мы много раз это будем делать в течение наших зарядок. И второе его отличительное качество. Несмотря на то, что он кажется таким мягким, легким, свободным и удобным, это действительно так, но он еще и энергоемок в придачу. То есть, потренировавшись на нем, вы потратите в 2-3 раза больше энергии, чем если бы это были, допустим, гантели или амортизаторы. То есть фитбол требует гораздо большего вложения вашей энергии, и это здорово. Оба эти качества сейчас вы увидите. Сейчас мы покажем упражнение, которое только что здесь изобрели, и оно называется «Каменная стена». Для этого вам понадобится мужчина, вот я, например, да, и фитбол. Я изображаю стенку. Ален, поехали. Я стою просто и стараюсь не упасть, потому что девушка на меня давит сзади. Но фитбол между нами является посредником, поэтому обоим хорошо. Не знаю, как фитболу, конечно. Итак, женщина опирается на фитбол на мужчину, а мужчина на пол. У каждого свое занятие. Вдох вниз, выдох вверх. Мы просто приседаем. Это самое главное метаболическое упражнение из арсенала человечества. А с помощью фитбола оно происходит не просто комфортно, в высшей степени комфортно, но еще и безопасно, потому что ваша спина полностью защищена. Ваша задача – напрягать ножки в конечной точке движения, то есть когда вы поднимаетесь вверх, и выдыхать. Вдох вниз, выдох вверх. Обе ножки напрягаются. Угу. И еще, на каждую ногу мы даем одинаковое напряжение. Ни одна нога не отбирает нагрузку у другой. Мужчина как угодно балансирует. Его задача – быть для своей женщины каменной стеной. И вот сейчас мы проверяем, так ли это на самом деле. Тем более, что пол скользкий. Итак, вдох, выдох. Как можно больше повторений, но дыхание не прекращаем. Дышим. Всегда дышим. Отлично. Мужчина, кстати, тоже хорошо напрягается. Если особенно он мало весит. А вдох, выдох. Я руки для балансировки включаю. Ну, спасибо, можно закончить. А вот, вот так вот мы закончили. Мужчина будет, готовьтесь к тому, что мужчина будет кричать: «Мне на работу пора, мне на работу». Вы скажете ему: «Для моей фигуры нужно поприседать». Кстати, это хороший шанс побыть вместе еще некоторое время. Это всегда полезно, даже если спиной к спине. Спасибо, до встречи в следующий раз.